Фестиваль проходил в один тур для всех исполнителей в формате онлайн-прослушивания видеозаписи участников. Жюри – заведующий кафедрами и ведущий преподаватель филиалов Центральной музыкальной школы Академии исполнительского искусства. По результатам конкурсных прослушиваний в номинации «Фортепиано» обучающая детской музыкальной школы номер 12 Ангелина Ильинкова была удостоена звания лауреата третьей степени. Она исполнила два этюда и очень переживала в ожидании результатов. Мне просто нравится играть. Я, когда играю, не думаю, где играю, для кого. Просто играю и все. Когда ты играешь на видео, ты не видишь ни зрителя, никого, играть немного спокойнее, чем на зрительную публику. Мой преподаватель – это Баран Надежда Геннадьевна. Она помогла направить все это в правильное русло, как правильно понять музыку, как сыграть ее. По номинации «Оркестровые струнные инструменты» выступал Алексей Ануфриев. Ария Пергалези и контрданс Бетховена в его исполнении завоевали сердца членов жюри. Юный Ленин Кузнечанин получил звание лауреата второй степени. Я, если честно, я не ожидал. Второй лауреат для меня, не знаю, я, как будто я во сне, если честно. Я тогда только встал, мне папа пришел, сказал, ну ты вот второй лауреат по Москве, я... Удивился очень сильно. Для меня это как, скажем, как жизнь. Ну, музыка и сами конкурсы как жизнь. Другие обучающие детской музыкальной школы номер 12, Любовь и Анна Прокофьевы, а также Дарья Мишина, были отмечены грамотами участников. Эти ценные награды юных ленинск-кузнечан стали очередной ступенькой в достижении новых высот и новых побед. Лена Беляева, Василий Обухов, Реа Ленинск.